Губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава банка ВТБ Андрей Костин подписали соглашение о сотрудничестве. Как заявил зампред правительства Подмосковья Буцаев, банк достаточно активно инвестирует в инфраструктурные проекты. В настоящее время мы обсуждаем несколько из них, связанных со строительством платных дорог, с инвестициями в теплоснабжение и водоснабжение. И очень рассчитываем, что проекты найдут свое завершение. В российский прокат вышел фильм Станислава Говорухина «Конец прекрасной эпохи». Премьеру фильма по мотивам повести Сергея Довлатова «Компромисс» в Москве посетили деятели культуры и искусств, журналисты и политики. И многие сошлись во мнении, что режиссеру удалось передать грани жизни 60-х, атмосферу того времени. Тринадцатого октября в детской школе искусств состоялся мастер-класс итальянского пианиста Винченцо Бальцани. После мастер-класса знаменитый пианист дал концерт, который прошел с огромным успехом. В программе прозвучали произведения Людвига ван Бетховена. Спартанки отправляются в Вологду, где встретятся с местным клубом «Чеваката». На сегодняшний момент наша команда с 29 набранными очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице.